Я тебя не увидел. Не увидел! Все, умрем. Не плачь, не плачь. Ой, батарея разве. Надо было выключить его, я так и знал. Ой, что это? Вспышка. Бля, так не видишь, ни хрена. Кто-то сейчас поедет. О! Тихо! Бежим! 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 Это что за невидимая стена была? Нет, нет, я не смогу тут пройти нормально. Кто это? О, ты что такое? Тетя, уйди! О, нет, стой, не дави! Бабуля! Бабуля, ты похожа на бабулю. Посмотри, что ты заставила меня сделать с тобой. Ты бы все равно сделал это сам. А мы что, на Хэнсон Сквер? Мы дошли до места, которое нам нужно. Вам нужно два предохранителя для Хэнсон Сквер. Один был на станции Саксон Авеню. То есть нам бежать обратно? Тихо, не подходи, не хватай меня. Ты меня закружила, мать. Ты что такое? Не подходи ко мне. Дорогой мой друг, вы мне не нравитесь. Сука, умри. В пах тебе стрелял. Мужчина, мужчина, не подходите сюда. Не подходите сюда. О, не подходи. Попал, попал. Не попал. Блин, ну я постараюсь за тобой вернуться, но не обещаю. Утречка, ты на канале Gente Games, где мы с тобой играем разные игры. Это все тот же Cryofear. И нам теперь нужно бежать подальше, искать еще один предохранитель. Ну вот, пойдем его искать сейчас. Да, три патрона это максимально мало. Я что предлагаю? Прям быстро, максимально пробежать, не тратить на это время, зайти через тот автобус, через окно. Там, мне кажется, что предохранитель будет недалеко. И мы быстренько его найдем, быстренько его принесем, сходим за той несчастной пушкой, которую мы оставили, хер пойми где. И такими темпами продолжим игру дальше. Но я чувствую, что скоро финал. А это должно как рано или поздно закончиться. Нам сюда. А, ну, собственно, сохраняемся. Все, как всегда. Ну нифига себе, прикинь, если меня сейчас убьют, мне бежать откуда? А мы уже тут. Так, надеюсь. Кто здесь? Я надеюсь, что буду попадать в голову очень хорошо, оперативно, с первого раза. Я, конечно, не знаю, кого я обманываю этим. Нам сюда. Вот тут бы, знаешь, в помещении. Отлично бы подошел дробовик. Твою мать, как темно. Зараза. Это что вообще? Это дверь. Тут что-то есть? А, это тоже дверь. Ой, какая жуть. Что за синева? Что за синева? Объясните мне, пожалуйста. Что не так? Вниз, вверх? Блин, ничего не видно. Тогда нам нужен... Возьмем его в третью. Давай по стандарту. Будем ходить. Вот так. Включись. О, глянь, как хорошо мы включили свет. Так, у нас нормально патронов. Мы поднялись сюда только за тем... Блин, кто-то будет. Вот смотри. Чего не берешься? Мне кажется, что если бы мы взяли, то опять какой-нибудь черт бы появился. Но черта не было. И это, наверное, хорошо. Ой, а тут прям... Ага, недолго было светло. Блин, мне не нравится ходить по этажам. Дайте, пожалуйста, мне предохранитель. А смотри, я понял, будет такая же хрень, как в прошлый раз. Был свет... Пока мы не взяли предохранитель. И было все нормально. Ё-моё. Откуда я пришел? Отсюда? Я уже запутался. Мы тут-то были?
Я полностью этаж пробежал. Полностью пробежал. Ниже спуститься можно? Ой, это что? Тактический фонарик, а? Который у нас случайно появился в прошлой серии. Интересно. Собрать. С пистолетиком. Мы его собрали, нет? Ага, вот. Все сделали. Нажмите Z для включения-выключения тактического фонаря. Удобство, удобство. Батарейки к тактическому фонарику не нужны. Супер! Это же вещь. Это был такой, знаешь, такой небольшой спойлер прошлой серии к тактическому фонарю. Хорошо получилось. На нас она напасть не успела. Только зачем? У нас хорошо с патронами. Возможно, не зря у меня все заглючило. Игра сейчас будет проходиться полегче. Нам, скорее всего, туда. Но вот это слишком очевидно. Тут тоже дверь? Не похоже. Вы открыли замок? Просто как-то открыл? Без проблем, без ключа. Стой, не подходи. Я понял, где мы. Мы в самом начале. Вот это прикол. Так. А подожди, я же ключ выбросил. От какого-то места. Секунду. Я выбросил от какого-то места ключ. Нет, не вверх. То есть нам сюда. Ага, вот сюда нам. Вот тут я же ключ выбросил. Пойдем. Блин, как с фонариком приятно. Почему мы так долго ждали этого фонарика? Тут не пролезем? Нет, не пролезем. Ой. Блин, трачу время. Просто... трачу время. Где-то тут должен быть ключ. Вот он. Рональд Стрит. Ага, я вспомнил, что был Рональд Стрит. Мы сейчас рядом с Рональд Стрит. То есть мы прошли вот здесь в прошлый раз. Не... или нет? Короче, скорее всего, мы выйдем на Рональд Стрит. Сейчас посмотрим. Все, не будем пытаться разобраться в этой карте. Да, что происходит? Прыг, скок. Молодец. Отлично. Так, я запомнил, куда нам идти. Это очень хорошо. Сейчас идем очень быстро. И как-то удивительно, на нас не нападали эти дурачки. Ой, к нам сюда. С молоточками. Так, я уже заблудился. Не сюда. Нам, наверное, есть сюда. И вот сюда. Так, мы в самом начале. Но я не помню, чтобы был в самом начале где-то предохранитель. Вот, я помню. Точно помню, что я пытался сюда зайти. Ух ты! Я тебя увидел. Фонарик нам пока не нужен. Вон он еще бежит. Да что такое? Почему я не попадаю по тебе? Один патрон нам не поможет. Один патрон нам не товарищ. Престон Род, Секс на Веню. Вот, где мы сейчас, скажите мне. Рональд Стрит. Вот, мы сейчас откроем как раз вот эту дверь. Она будет закрыта. Все, это, ну, просто верх логики моей. Верх моей логики. Но как приятно ходить с фонариком. Ты бы знал. Это к чему? Ну, извините, нет у меня этого оружия сейчас. Ой, я сохраняюсь. Не пугайте меня.
Ну вы меня не напугайте, у меня много патронов. Только вы мне зачем-то их раскидываете еще больше. Вот это меня пугает. Блин. Ну, знаешь, не так страшно играть, когда есть оружие. Ой-ой-ой. Ой-ой, лежит мразь. Вижу, вот он лежит. А, тут нельзя пройти? Откуда ты? Поднялся. Да, что такое? Почему такой живучий? Это ты поднялся, я понял. Перезаряди, пожалуйста. Не позволяй ему подойти. Не позволяй ему подойти. А, так. Тут кто-то есть? Ну, я не вижу смысла подходить, что-то искать. В воде это не найдется. Какая завораживающая музыка. Тупики. Зачем тупики? Чтобы меня лишний раз испугать? Так, мы вот здесь прошли. Чему это? То есть мы можем... А, нет, я думаю, мы можем вверх подняться. А я уже обрадовался, что мы вылезем отсюда. Так, что нас ждет тут? У меня все наготове. Я сейчас буду стрелять всех. Да как мы долго спускаемся? Ненавижу, когда есть несколько путей. Лестница вот здесь. Что за звуки? Ага, тут тупик. Все отлично. Значит, путь один. Нет, ну в целом не страшно, пока не появился бензопильщик вот здесь. Это... Их тут очень много. Если мы возьмем вот это, то мы ничего не увидим. Угу. Я буду вас по чуть-чуть выманивать. Да что такое? Почему в голову не попадаешь? Ты выходи. Будем... О-о-о! Тихо. Там за тобой еще кто-то идет? Или мне кажется? Кажется. Так, следующий. Это как будто похоже на место для босса. А нет, там можно дальше пройти. Это просто... Следующий. Следующий. Хорошо. Давай, ты выходи. Я пока перезаряжусь. Ой. Давай, 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 давай. Все, есть. Кто еще? Ты выходи. Я вам буду в пузо стрелять. Ну нет смысла в голову стрелять. Вы не умираете. Когда положено. Вот он еще один. Так, вроде бы всех нашли. Теперь тут безопасно. Патронов, конечно, я стратил на это очень много. Сейчас, если ты мне будешь говорить, что я зря это сделал, можно было пробежать, я не хочу пробегать. Я хочу, чтобы тут было спокойно. Чтобы я потом просто взял предохранитель и обратно пошел вообще без проблем. Пойдем наверх. В любом случае, у нас много другого всякого оружия, и... Если что, побегаем в темноте. Тут у нас сразу нападут или нет? Нет. И ничего нету. Вот мы столько сейчас сделали. Вот здесь было бы неплохо сохранение иметь. Блин, как он не заблудится потом? Я уже начинаю заблуждаться. Блин, будет... Вот если я теорию, если бы там внизу был бензопильщик, от которого надо бежать постоянно. Это все. Это конец. По таким потемкам бегать от него
Это просто жуть. От него и так просто жуть убегать. Тут можно зайти. Что-то тяжелое не дает открыть двери. Значит, скорее всего, нам туда. А возможно и нет. Есть какие-то леса. Велик, поехали. А тут нельзя вот так пройти? Вот так, смотри. Сейчас. Не прыгает. Ай. А я думал, прикинь, секрет там какой-нибудь нашли бы. Запрыгнули бы хитро. Тут что-то есть? Ничего нет. Аккуратно. Аккуратно. Как-то очень тихо. А, вот нам нужна лестница. О! Вот это да! Вы чё прям передо мной появились? Чуть-чуть мурашечки поймал. Тут что-то должно быть, я уверен. А если бы я не подошел? А, тут дверь, оказывается. Она у меня в инвентаре. Складная лестница небольшая. Лестница подойдет, чтобы добраться до окна вверху. Ага. Окно вверху. Какое именно тебе окно нужно? Наверное, какое-то красивое. Вон там, где фонарь горит. Как же это? А, мы типа послед... Сохранение. Неожиданно. Я его даже не заметил с первого раза. То есть нам, мы идем по следу крови. То есть там были следы. И вот нам теперь сюда нужно. Ой, дурак. Переходим. Я тебе говорю, с оружием уже не особо страшно. Да вы чё, да ладно, мы прям вообще назад вернулись. Я не могу это сломать. А обратно как нам идти? Чтобы вылезти, тоже нужна лестница. Интересно. Где же тут буду еще лестницу искать? Нет. Подождите. Я не хочу здесь находиться. Это нельзя сломать. У меня просто нет слов от того, что это происходит. Зачем вы отправили просто назад? Вот это разбивается, нет? Они как-то, наверное, по-другому выглядят, да, если их можно разбить? Вот так, например. Да нет, не похоже, что их можно разбить. Блин, ну мы тут были, где мне теперь заново все обходить? Чё за прикол? Ребят, ну мне это не нравится, это полная лажа какая-то. Тут не было предохранителя. Или был? Подожди. Я не помню. Это сколько тут уже сколько? Я кого-то слышу. Опять кто-то хрюкает. Опять мрази эти летающие. А, вон он ты. А тут в стекло не попадешь. Значит, нам... А мы можем плавать? Или умрем? Мы прям можем плавать. Можем ускоряться. О, все. Воздуха, воздуха, пожалуйста. Класс, есть воздух. Кто-то так хрюкает громко. Ага. Не получится, гради, пока тут вода, не получится. А нахера я сюда плыву? Зачем вы сделали, что можно плавать? А, чтобы я туда перебрался? Серьезно, получается? Прям вот так? Дверь не поддается. Но это тоже не поддастся. Тут же вода. Блин, хорошо плывем, слушай. Вот, нам, наверное, туда. А, ну я тут был, я помню. Только почему тут вода? Ныряй. А, вот и лестница. О, это очень, конечно, забавно придумали, я не спорю.
Мне нравится такой подход. Тут хотя бы что-то интереснее придумали, чем мы ходили до того же секса на Веню. Не получится открыть. Все ясно. Поплыли. Обратно. Только было бы это немножко быстрее, было бы замечательно. Так, у нас есть лестница. Мы уже знаем, что у нас есть выход отсюда. Но нужно идти наверх. Ой, не сюда. Тут по-любому нужно идти наверх. Потому что как раз ты же видел этих на кровати летающих мужиков. Нам туда. Так, вот выход. Отлично. Класс, здорово, мне нравится. И тогда нужно будет найти еще сохранение. Блин, вот я пытаюсь вспомнить предохранитель, я вообще не помню. Это просто такая вещь, которую я бы вряд ли запоминал. Что-то вроде бы было. Отлично. Но там больше ничего нет. Это кто? Что ты? Почему такой живучий? Хватит. Он как из Унесенных призраками. Так. Пытаюсь вспомнить. Мы вроде это внизу было. А может вверху? Давай просто походили. Полетим вниз, умрем. А я туда хочу. Там, глянь, можно пройти. Интересно, любопытно. Но мы не запрыгнем, это не Assassin's Creed, чтоб он достал и схватился. Ой. Какая-то собака кричит. Какая-то собака кричит. Тут что, собаки будут бегать? Это кто так орет? Ну, ребята, тут жуть какая-то началась. Нет, ладно, ладно, говорю, это класс. Это класс. Кто меня сейчас пугать начнет? Подарочек? Издалека похоже на подарочек. Давайте. Это для дробовика, которого у меня нет. Вот я надеялся, если мы что-то выкинем, то потом найдем дробовик. А... О! Ёб твою мать, уйди, пожалуйста, испугался я. О, кошмар как. Я смотрю, начало все гаснуть. Я перезаряжусь. Что по телевизору показывают? Ничего. Включите мне телепузиков, я успокоиться хочу. Хотя, наверное, с ними психика еще хуже будет. А он... Почему он мне не дышал, как собака в ухо? Он же так делает. Так. Я вижу шприц. Ага, стучите. Нет, мне это нравится. То, что стучат, это придумали очень классно. По дверям, да, это классно. Да кто? Заходи. Я тоже постучать могу. Выходи. А вдруг, прикинь, это люди, и надо им помочь наоборот. Это не кто-то меня хочет напугать, а кто-то просит помощи. О! Ебать, вот это реакция! Это у меня хорошо получилось. Я прям отскочил молниеносно. Дверь не поддается. Но вы же такие тихие, такие хитрые. Я только хожу и кружусь. Все, что я могу делать, это ходить и кружиться. Но нам нужно вверх подняться. То есть нужно как-то сделать так, чтобы я оказался выше. Вот, ага. Я вот здесь теперь. Тут кто-то кричал, как псина. Я думаю, что здесь будут собаки.
Но я не уверен. А, вот. Началось. По башке тебе, на, прям в темечко. Вот это я молодец. Прям в темечко. Ой. О, тихо. Подожди секунду. Прям в родничок. А ты где? А ты куда убежал? Вернись. Вернись, пожалуйста. Ладно. Тут все так же будет закрыто, правильно? Все этажи. Ой, сюда. И шприцов ничего нет. Вот что он убежал в комнату? Выйди, пожалуйста, ну прости. Что ж ты сразу это? Ты же не умер, я же знаю. Он просто съебал. Получил в голову и убежал. Ты чуть не умираешь. Тут есть сохранение. Да все, уже это было прикольно поначалу, но вы постоянно это делаете, и это уже не страшно. Я уверен, что просто в один момент эта херня произойдет прям вот, ну, внезапно. Вот прям возьмет и произойдет. А то они прям, я буду думать, что они, ай, постучали, ага, я уже привык. Они потом как возьмут, как выбегут. Опа. Еще один. Вот это поворот. Ой! Отстань. Я не готов. Да... Сука, всю обойму в тебя всадил. Так, подожди, все плохо. Все очень плохо. Срочно. Оружие. Беру. Будем бегать в темноте. Это невозможно. Ладно, берем просто пистолет. Будем надеяться, что нам повезет. Нам по-любому туда. А мы отсюда пришли. Да. Пока. Мы только сохранились. Это все те же самые записки. Тут ничего нет. Это не открывается. Лифт не вызывается. Поэтому бежим, куда нам положено. Нет, вот пугает только, когда некуда бежать. И почему-то очень много патронов приходится в них всаживать во всех. Нам, конечно, точно туда. Вот мне интересно, если упасть вниз, мы же не умрем. Там же вода. Эта панель не работает. О, сюда можно? Нельзя. Ну да, вот все, нам точно туда, где было огорожено, не входить. Ой, стой, вход в запрещен. Вы бы знали, как я не хочу туда заходить сам. Ох ты, дубинка. А можно дробовик вернуть, пожалуйста? Дубинка. Это дело хорошее. Но мне надо дробовик. О, тихо, чуть не упал. Тут что-то будет? Может, очередное худи лежать? Я не хочу туда спускаться. Я вот думаю, нужно ли нам получить немножко здоровья. Отлично. А что за эффекты? Что за неприятные эффекты? И знаешь, что самое плохое? Он всегда возвращается в одно и то же место, день за днем.
вглядываясь в произошедшее так, как будто это случилось вчера. Игнорируя то, что это причиняет ему ужасные муки, он настаивает на необходимости возвращения, он оправдывает это терапевтическим эффектом, но мне кажется это сомнительным. Он не дает внятных ответов на вопросы о своей личной жизни и становится предельно агрессивным, когда я упоминаю о событиях, предшествовавших тому, что называет «черным днем». Его школьная и домашняя жизнь — это закрытые темы по части обсуждения этих эмоций и страхов. Он сказал мне однажды, что видел галлюцинации, но не смог дать при этом четкого описания того, что он видел. Естественно, я не рассматриваю его заявление всерьез. Я не вижу доказательств того, что он и в самом деле сошел с ума. Однако все же решил, ему требуется дополнительное медикаментозное лечение. Как-то вы быстро пропустили, я даже не успел прочитать. Так, я так понимаю, что нам нужно было все это время бежать, и он бы это все рассказывал, но я не хочу рисковать, потому что если что-то начнется, то потеряем нить сюжета. Идем аккуратненько. Ну да, это вот весь монолог, мы бы просто слушали. Вот как раз и дошли бы до двери. Ну просто мало ли, вдруг начнется вообще жопа и... Диалог пропускается. О, головка, головка. Что делать? Ой! Во! Ох-ох-ох-ох-ох, ёбаный рот! Вы чё, блядь? Вы чё, твари? Напугали, напугали меня! Убьют! Умираю! Я умираю! Я не вылечусь! Прикол в том, что я не вылечусь! Я не вылечусь, потому что надо сделать... Надо сделать на... Ой, что я делаю? Да, отстань! Надо сделать... Все, я понял. Короче, это босс? Это что, конец? Да нет, это не конец, это бред. Как это конец? Нам получается. Нужно. Набираем сразу, возьмем его в третью на всякий случай. Берем мы оружие, перезарядим его сразу. Мне нужно подумать, это как будто конец. Ну типа такой босс. Ну босс, ну нет, как это может быть конец? Мы же ищем врача, все, успокойся, все нормально. Все, хватит херню нести, пожалуйста. Что ж так далеко бежать? В первый раз это было как будто быстрее я пробежал. А, прикинь, он отдаляется. Ведь ты видел, я подбежал, а пока он не договорил, а дверь отдалилась. Очень весело и интересно. Ты че, тварь? А ну, пусти меня. Смотри, сейчас дверь исчезнет. О, ты видел? Сколько я должен бегать? Это немножко жутко выглядит. С одной стороны. С другой стороны, ну ладно. Вот мне бы тут сохранение. А нету? Вдруг было? Да, а какой смысл вот так близко делать? Неохота просто каждый раз это слушать. Так, получается, он выпускает этих дурачков. Голых. Я их быстренько убиваю. У головы я не видел жизней. Выпускай их, мрази этих. По три буду. Ой, тихо. Вы где? Вот так. Отлично. А ты зачем крутишься? Ты меня бьешь? Это... Еще один ползучий вышел. Да сколько можно? Колись. Я думал, это ты меня ударил. Раз не ты, тогда ладно. Тут есть что-то? Для чего это место? Это вот это мразь. Интересно. Интересно. Кто? Я бегу, я нихера не вижу. Я вроде бы бегу. Не видно ни черта. Понятно. Все, бежим.
Это ясно. Это какие-то дикие галюны. Это какие-то дикие галюны. Мне кажется, мне вас не стоит убивать. Я так понял, что вас там очень много, и вы бесконечные. Нашел предохранитель. Для начала я сохранюсь. Для начала. Как тихо. Это лицо. Смотри, лицо. Рот. Нос. Глаз один. Глаз второй. Жуть какая. Инвентарь полон. Да и пизду эту дубинку. Выброси ее нахуй. К чему был этот трип? Обратно? Что? Это для галочки просто комната. Тут какие-то секреты. Может, это гардеробная, я наконец-то переоденусь. Не похоже. Так, тут тоже нельзя, да? И дырки нет. Ну, я взял пистолет. Пойдем на выход. Мне, конечно, дико повезло. Блин, ну давай проверим, я хочу упасть вниз. Мы умрем или нет? Умерли. Я хотел проверить. Дубинка, выбрось. Предохранитель, возьми. Я что должен сделать? Вот так? Пойдем. Я думал, внизу вода. Все, нам не надо туда лазить. Вот так мы должны сделать просто. Вот так. Все. Паркур. Пошли на выход. Ну кто-то может быть здесь. Поджидать. Единственное, знаешь, зачем мы сюда пришли? Вот прям что хорошая вещь. Это фонарик. Вот фонарик это вообще вещь. Это прям вещь-вещь. И вот это оружие. Вещь-вещь. А представь, если мы сюда пошли, ух, хера себе нам идти. А представь себе, если бы мы пошли сюда сначала, я бы тут всю обойму эту потратил на М16. Она вон как хорошо. Блин. Она вон как хорошо этих фигачу дураков больших. Поэтому хорошо, что я пошел сначала туда. Ключ мы потратили, то есть у нас ничего нет. Осталось только предохранители поставить и взять. Вот, видишь, я бы только побежал, тут бы все повылазили. Все, отлично. Осталось только поставить предохранитель и забрать ту пушку. Потому что патрон на нее есть. Я думаю, что успею даже в этой серии это все сделать. Давай быстрей, пожалуйста. Ну слушай, какая-то серия получается долгая. В том плане, что... Ну, нет, давай начнем с того, что, конечно, это... Так. Что это не прям мы повторяем то же самое. Потому что... Тут, конечно, все по-другому. А если вспоминать, как мы бегали до Секса на Веню... то там, по сути, вообще ничего не поменялось. Только вот одна локация. Только вот одна локация, где мы прошли в этом. Где копали еще. То есть вот как раз этот парк. Вот там кусочек вот этот. И все. Прикол, прям назад можно вернуться, прям самое-самое начало. Забавно, если бы можно было так что-то найти. Но нам туда не надо. То есть мы можем как дурачки походить. Так, я вспоминаю. Но это бессмысленно. Нам вроде бы наверх. Потом нам вроде бы вот так. Да, я все помню хорошо. И никого... Нет.
Ой, как чудесно, вот когда никого нет. Можно я просто похожу и пособираю всякие интересности. Ну, мы сейчас и пособираем. Вот я сейчас буду... Вот что хотел, то и получил, понимаешь? Я сейчас пойду за вот этой VC, там, 17, или как она там называется, которая стреляет тремя патронами пистолет. Вот как... Вот и вот и прогуляюсь. Вот что хотел, то и получил. Пойдем. Блин, ну фонарику не нарадуюсь. Я думал, что это просто глюк. Наподобие, ну, просто текстурка какая-то провалилась. И то есть ее даже в игре не должно быть. Она просто есть и есть. Ну, типа, оп, появился фонарь. Ну ладно. А, нет, по сути. По сути, он прям должен быть. Это прикольно. И то не факт, чтобы мы его нашли. Это просто я такой внимательный. Сюда, пожалуйста. А, нет, стой, давай сохранимся. Ну, это важно. Мало ли что сейчас произойдет. А, вставить сюда предохранитель, пожалуйста. Можем пройти. А я не пойду. Теперь это будет все перематываться. Нет, конечно, бегать все-таки тоже хуета. Ну или, по крайней мере, по тем же самым местам. Эх, так хочется вернуться за дробовиком. Всю жизнь буду вспоминать этот дробовик. Всю жизнь. Ну, ты тут валяешься. Почему дробовик не хочет тут валяться? Ой, блин, там было столько патронов, прикинь! Я столько патронов потерял! Сколько у меня тут на пистолете их? Сука! У меня вопрос к разработчикам. Какого хуя валяются пистолеты часто, а дробовики нет? Жду вашего ответа. Сейчас мы также спустимся. Даун. Воу! Ты чё? Так, у нас все забито, все открыто. Сохранимся. И на этом будем заканчивать. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить это видео. А, это новое видео, неважно. Короче, всего.